Сверх на воскресенье. Иду в храм из дома. И тут странным порядком вот стоят иконочки прямо у такого вот павильончика. Я их, конечно же, заберу, эти иконы, и отнесу в храм. В таком недостойном месте стоят. Целителя. Благоверные князья Борис и Глеб. Далее здесь вот иконочка Спасителя. Так, и еще чья. И Марии Египетской. Ну, кто здесь догадался, что стоит в таком месте? Непонятно. Ну, найду недостойное место в храме, а там уже заберет кто-то, кому необходимо будет. На улице сегодня вот так вот. Минус 2 градуса с утра. Сейчас скоро 8 часов утра. Соблюдается безопасность. Сегодня охраняют. Куда не знаю, что надо друг другу. Я говорю, мне не надо, а тебе дал, я потом подарил. Он помнит, потом я всегда подходит ко мне. Цирк, ага. Да, вот это полюбил. Знали, как я. С праздником всех моих зрителей, с вербным воскресеньем. Спасибо, что смотрели мое видео.